стараемся, чтобы стоять на пальцах. На вдохе прогиб. Тянемся грудной клеткой вперед, на выдохе скругляем спину. Лопатки тянутся в потолок, низ живота подтягиваем. Продолжаем движение в своем ритме. На вдохе стараемся больше тянуться грудной клеткой вперед. На выдохе хорошо толкаемся ладонями от пола, вытягиваясь вверх. Вернули в нейтральное положение спину, вращаем правой рукой от плеча. Хороший круг. Опускаем правую руку, вытягиваем перед собой. Опускается локоть, подмышка тянется к полу. Дышим. Бедра остаются перпендикулярными полу. Таз на пятки не опускаем. Возвращаемся вверх, ладони под плечами. Левую руку обращаем под плечам. Хороший круг. Опускаем левую руку, вытягиваем вперед. Опускается локоть, подмышкой тянемся к полу. Дыхание спокойное, ровное. Возвращаемся вверх, ладони под плечами. На выдохе скругляем спину. Круговые движения грудным отделом через правое плечо. Опускаемся вниз, прогиб. Через левое плечо вверх, скругляем спину. Продолжаем еще несколько циклов. Внизу вливаем вдох, вверху выдох. Хороший круг. Делай кобру. Да. Когда у тебя ноги внизу, а грудь, получается, идет с руками наверх. Как собака морда вверх. Только таз полностью внизу у тебя. И теперь так же, только лежа. Ложись. Ложись, 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 ложись. И теперь вверх поднимай. Вверх тело руками. Да. Скругляем спину. Остались. И вытягиваем. Угу, можно продолжать. Опускаем локти.